И к другим темам. Вой сирен раздастся в среду 3 сентября на улицах Северодвинска. Жителей просят не пугаться. Это проверка системы централизованного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. В среду с 11.30 до 12 будет производиться внеплановая комплексная техническая проверка систем оповещения населения Архангельской области с включением электросирен. Так называемый сигнал «Внимание всем» и речевое сообщение будет передаваться по городской радиотрансляционной сети и телеканалу «Россия». Отдел гражданской защиты просит горожан, услышав сигналы оповещения, не беспокоиться и продолжать заниматься своими делами.